Доброго времени суток, дорогие друзья, с вами Таль Шахр, и добро пожаловать на мой персональный видеоблог в YouTube. Особая благодарность тем, кто все эти годы был моими подписчиками и давними зрителями канала. Если вы, дорогой друг, еще не подписались, ничего страшного, 2016 год только начался, и это сделать можно прямо сейчас. Прямо сейчас я хочу показать вам, как ни в коем случае, никогда, ни при каких обстоятельствах, если вы только вменяемый человек, у вас нет желтой карточки, нельзя рекрутировать человека в бизнес. Нельзя продавать таким образом свой бизнес. Нельзя продавать свою компанию, свое предложение. Итак, некто Владислав в социальной сети ВКонтакте написал мне: «Таль, добрый день». Добрый. И далее некто Владислав, не буду показывать его полные данные, не буду писать его фамилию или произносить вслух. И дальше Владислав мне предлагает: «Таль, вы знакомы с проектом Dream Club?» Dream Club. Я никогда не общаюсь о бизнесе путем переписки. Я считаю, что это не современно, что это неэффективно и что это рано или поздно ведет к уничтожению кандидата. И сразу пишу: мой скайп Алвитамен. Пишите. Мой скайп, стучитесь и поговорим голосом. Вот три слова, которые говорят за себя все. Однако никто не добавился. И далее идет рэп-скороговорка. Человек регистрирует себе три кабинета по $11. Больше собственных вложений не требуется. В каждый кабинет регистрирует по одному человеку. Все остальные делают то же самое. В кабинете показывается, неважно, что много грамматических ошибок, это не самое главное, но напрягает. В кабинете показываются реквизиты, кому перевести деньги. То есть люди отправляют деньги напрямую друг другу. Получаем 93 выплаты от людей по $11. Получается на $1023. Из них покупаем 3 кабинета по $50. Остальные делают то же самое. То есть присылают вам 93 выплаты по $50. Получается $4500. Из них покупаем 3 кабинета по $250. Далее из полученных денег покупаем 3 кабинета по 1000 и далее по $3000. В этих кабинетах получаем по 765 выплат. Далее каждый месяц отправляем по $3000, и за это получаем 765 выплат по $3000 ежемесячно. 2 миллиона 295 тысяч долларов. Так, если интересно, можем в скайпе пообщаться. А ты получил эти деньги сам или нет, мистер рэпер? Вот так вот меня пригласили в бизнес на 2 миллиона 295 тысяч долларов. Напишите в комментариях, вы готовы идти в эту компанию? Вы готовы именно так убивать своих кандидатов? Вы готовы именно так общаться с так называемым холодным рынком? Если да, то я вам сочувствую. Если нет, ставьте лайк. Поделитесь этим видео со своими друзьями. И если вы еще не подписаны на канал, не забудьте подписаться. Здесь всегда интересно. Всем пока. С вами Таль Шахр. Да, и еще в качестве постскриптума. На всех своих видеороликах, которые находятся в плейлисте, мои уроки или уроки Таля Шахра, я обращаю внимание каждого, что самое страшное отравление – это отравление информации. Самое страшное выжигание мозгов – это выжигание обилием вот такой мористики. Вот такого, что никогда ни одного вменяемого человека не привлечет в ваш бизнес. И еще раз всем пока. И еще раз с вами был Таль Шахр.